Своей музыкой мы прежде всего несем культуру. Вот. И наша цель – это показать просто многогранность музыки и показать, что, наверное, рок – это не всегда что-то громкое, и иногда это интеллектуальное, тонкое. И все это можно сочетать. Основатель коллектива Alien Garden Антон Андрианов по профессии инженер. В свободное время, помимо творчества, увлекается астрономией и даже собрал телескоп. Во время наблюдений за звездами он сочиняет музыку. Alien Garden – это вообще направление в современной живописи. То есть это чужой сад, когда изображают чужие миры, планеты, возможно, вымышленные. А у нас в наших инструментальных композициях сквозит постоянно тема космоса, миров и всего необычного. В своем творчестве музыканты соединяют разные стили. В некоторых композициях проскальзывают блюзовые нотки, но в основном это тяжелый рок. Над аранжировкой работают все участники Alien Garden. Мы постоянно между ними лавируем вот этими стилями, и нам это очень нравится. И, наверное, в каждой композиции у нас есть вот именно вот этот контраст, когда есть спокойная акустическая часть и более такое интенсивное нагруженное соло или рифовая часть. Сюрпризом для зрителей стало появление в руках музыканта светящейся гитары. Антон сам занимался ее модернизацией, установил светодиоды и блок управления. Инструмент программируется заранее под мелодию и светится в такт музыки. В планах музыканта создать концертную программу, в которой можно было бы показать сплав науки, техники и музыки. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, служба новостей, Саров 24.